Жители Ленинского городского округа продолжают получать почетные медали к 90-летию района и Московской области. Очередное награждение состоялось в историко-культурном центре и провел его первый заместитель главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков. На этот раз виновниками торжества стали члены различных общественных организаций, обществ инвалидов и диабетиков, национальных автономий, детей войны, Совета ветеранов. Те организации, которые не только сделали много для районов, но и им искренне хочется сказать слова благодарности многим о том, что они сегодня ведут еще большую патриотическую работу для самого главного, для той правды, которая должна войти в массы сегодняшнего дня и завтрашнего. Мы лишний раз еще раз говорим спасибо и низкий поклон всем. Татьяна Артюхина в Ленинском округе прожила 80 лет, стояла у истоков создания районного отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны». В свою работу всегда вкладывала душу. Не зря все делалось. Ленинский район родной. Вся жизнь тут прошла. И большое спасибо администрации, что устроили нам такой праздник. Свои почетные медали на сегодняшний день уже получили около 8 тысяч жителей Ленинского округа. До конца года их будет вручено еще порядка 4 тысяч. Сотрудники администрации муниципалитета намерены дойти до каждого жителя округа, который верой и правдой трудился во благо процветания родного края, чтобы лично поблагодарить за работу.